Вы себе не представляете,
что это все значит для меня. Особенно в канун моего скромного юбилея, который выглядит совсем не скромно. Это чтобы вы успокоились. Еще рано, рано. Вот это все, чтобы вы успокоились, это никуда не делось, это все у меня есть. И так как это идет мне, не идет никому другому. Но просто сегодня мне захотелось быть без всего, вот таким, каким я есть. Это мое я, мое собственное я, которое я всегда очень стеснялся и прятал за всем этим, все эти усилия на 30 лет. Но я понял, что настал момент, когда нужно мое я показать, потому что сегодня это я соткана из тысячи ваших «я». И если бы не было вас, не было бы меня такого, каким я есть сегодня и стою перед вами. Спасибо, что вы у меня есть уже столько лет! Это невероятно! Столько лет! Ощущать вашу любовь изо дня в день, из вечера в вечер, из города в город. Мы путешествуем по всей стране, по всему миру, но всегда будем хранить, и я сохраню в сердце, эти незабываемые 10 вечеров в Кремле в 2017 году, в канун моего 50-летия.